эфире телеканала РТР Беларусь новое кулинарное шоу «Большая удача». Только в нашем шоу абсолютно любой человек может оказаться за одним столом с самыми известными людьми страны. В кулинарном шоу «Большая удача» победители игры «Удача в придачу» поборются за звание самого гостеприимного хозяина. Правила очень простые. Хозяин должен приготовить вкусный ужин из трех блюд и при этом уложиться в 150 белорусских рублей. И еще удивить звездного гостя каким-нибудь развлечением. По итогам первого сезона будет выбран лучший хозяин. Голосование за него пройдет в социальных сетях. То есть победителя выбираете вы. Итак, прямо сейчас я нахожусь около подъезда нашей сегодняшней хозяйки. Ее зовут Марта Моторина, она из Минска. Молодая мама и заботливая супруга Марта Моторина по образованию учительница иностранных языков, а потому привыкла делать все на отлично. С особой тщательностью хозяйка готовится и к встрече звездного гостя. О том, что она выиграет в игре «Удача в придачу», новый автомобиль Марта и представить себе не могла. Вы выиграли автомобиль! Машину! 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 Спасибо! Это что, розыгрыш? Нет! Это было полной неожиданностью, потому что такой выигрыш у нас впервые в нашей жизни. Мы ездим часто на нашем автомобиле, в основном супруг, конечно, с удовольствием. Марта, а есть ли у вас, скажите, фирменное блюдо? Фирменное блюдо, да. Мы любим очень с мужем готовить плов. Плов? Да. Ну, то есть это прям на целый день такая готовка, да? Где-то около 2 часов. По правилам нашего конкурса вы будете готовить 3 блюда. Причем одно из них это будет блюдо по заказу нашего звездного гостя. Вот я предлагаю начать именно с него. Значит, наш гость, для меня, кстати, тоже пока сюрприз, заказал драники и мочанку с грибами. Скорее всего, это мужчина. Почему-то мне кажется, что это мужчина, который очень любит белорусскую кухню, в ней хорошо разбирается. И, наверное, почему-то мне так кажется, что это будет какой-то человек творческий, наверное, артист. А вы как, кстати, сами драники готовите? Драники я готовлю. Угу. Не часто, но готовлю. Но муж любит драники? Да, любит. А мочанку? Именно мочанку с грибами я никогда не готовлю. Новенькое блюдо, да? Да. Хорошо. А что кроме этого блюда мы сегодня будем делать? На закуску у нас будет салат под названием «Карибский восторг». «Карибский восторг»? Да. Классное название. Так. А на десерт у нас будет «Фруктовая волна». Фруктовые... Слушайте, а название всем этим блюдам вы придумывали? Конечно. Я тогда предлагаю нашу мочанку и наши драники тоже как-то... Я бы назвала бы их... Давайте так, белорусский фьюжн. Может быть. Хорошо, это будет основное блюдо, белорусский фьюжн. Для всех людей, которые так же, как и Марта, любят готовить, прямо сейчас у нас мастер-класс от турецкого шеф-повара. Кстати, именно в Турцию, в регион Кемер, отправились 80 первых счастливчиков от Евроопт. Огромная территория, множество бассейнов и аквапарк, потрясающая кухня на любой вкус и система «Все включено». Счастливые победители 30-го розыгрыша игры «Удача в придачу» отдохнули в турецком 5-звездочном отеле на все 100. Специально для наших туристов шеф-повар отеля приготовил традиционное турецкое блюдо – баранину, фаршированную рисом и овощами. Рецепт прост. Для начала нужно обжарить мелко порезанный репчатый лук. Как только лук станет золотистого цвета, добавьте к нему рис. Посолите и приправьте ароматными специями. Добавьте орехи или изюм. Влейте немного воды и тушите на медленном огне. Затем добавьте нарезанный кубиками болгарский перец. Начините баранину рисово-овощной смесью. Тщательно зашейте суровой нитью. На отдельном противне на крупные куски морковки и апельсина выложите начиненные куски баранины. Смажьте мясо ароматным маслом, покройте фольгой и поставьте в печь. Через 3 часа баранина по-турецки готова. Приятного аппетита! Ну что, Марта, я не знаю, как вам, мне лично все понятно. Нам нужно теперь купить продукты. Да, давайте, может, сэкономим время и закажем все продукты необходимые через e-доставку. Давайте. Слушайте, то есть не пойдем в магазин? Нет. Магазин все у нас здесь, просто. Прямо в компьютере. Марта, а вы сами часто пользуетесь e-доставкой?
Достаточно часто. А вы знаете, что сейчас можно скачать на мобильный телефон приложение «Е-доставка», и это все занимает, ну, буквально вот раз, два, три клика, и курьер уже звонит вам. Представляете? Очень удобно. Ну что, поехали. Значит, так как у нас основное блюдо – это драники и мочанка, то нам нужно что? Картофель. Я думал, сковородка. Да, картофель. Ну, сковородка у вас есть. Да, нам нужен картофель. Сколько так навскидку нам нужно картофеля? Ну, наверное, килограмма 2,5. Давайте возьмем 3 с запасом. Давайте. У нас какая-то прожорливая звезда будет. Так, заказываем. Дальше нам нужно для мочанки. Грибы. Так. Мука. Угу. Это на драники у нас так, пойдет. Так. Подсолнечное масло. Угу. Молоко. Сливки. 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 Из сливок делается. Сметана. Так. Ну и все. Мы с мочанкой разобрались. Да. Дальше. Ваше блюдо. Свиные ребрышки. Свиные колбаски. Колбаски. И ребрышки. И ребрышки. Да. Тоже заказали. Нашли. Ага. Так. Для вашего салата. Давайте еще раз посмакуем его название. Карибский восторг. Карибский восторг. Нам необходимо будет купить салат айсберг. Так, вот салаты. Ага. Так. Так, красный перец. Ага, желтый перец. И, ну, зеленый, чтобы флаг Италии получился, нет? Красный авокадо. И желтый. Авокадо. У нас будет авокадо. Ага. Вон там авокадо. Перепелиные яйца. Майонез. Так. И, конечно же, креветки. Слушайте, ну выбор большой. Точно эти возьмем? Да. Еще нам понадобится для украшения нашего салата. Так. Кукуруза. Я думаю, что его название это уже само по себе украшение. Кукуруза. Какую кукурузу берем? Кукуруза густо. Давайте возьмем кукурузу густо. Отлично. Она очень сладкая, вкусная. Хорошо. Дальше переходим к нашему... Десерт. Для его приготовления нам понадобится заказать киви, сколько? Бананы. Ага. А сколько киви берем? Килограмм. Килограммчик. Возьмем персики. Да, отличный выбор. Персики густо. Я знаю, персики густо, да. Ой, нам надо обязательно еще не забыть купить товар «Удачи». Удачи. Давайте. Давайте. Кстати, это стало уже традицией наших участников. Они всегда в конце списка заказывают. И, я так понимаю, планируют еще что-то выиграть. Можно выиграть путешествие. Хотели бы отправиться в путешествие? Конечно. Отлично. Тогда давайте, давайте сделаем заказ. Мы с вами справились меньше, чем за 10 минут. Представляете, какие мы молодцы. А можно еще быстрее. Можем вообще установить олимпийский рекорд. Для этого нужна вот эта вот функция. Видите, это корзина. Здесь сохраняются все ваши прошлые покупки. Поэтому вы, если просто хотите заказать то, что уже заказывали до этого, вы заходите в корзину, делаете свой выбор и даже 10 минут не надо тратить. Ну, как здорово. Да. А вот и СМС. А вот и СМС от Е-доставки о том, что нам совсем скоро привезут наш заказ. Класс. Я знаю, Марта, что вы, как и любая хозяйка, очень серьезно относитесь к приходу гостей. Волнуетесь, наверное, не только по поводу блюд, но и по поводу внешнего вообще убранства стола. Так вот, Марта, вам на помощь уже спешит наш декоратор. Она вас всему научит, она вам все покажет. Вы будете практически сами настоящим декоратором. Ой, как здорово. Здравствуйте, меня зовут Ия, я декоратор. Я сегодня вам помогу в сервировке стола и декоре стола. У нас весна, поэтому мне хотелось сделать какую-то легкую, нежную атмосферу. И поэтому я выбрала скатерть таких пастельных, теплых тонов. И надеюсь, вы мне подскажете, как лучше добавить что-то. Да, у вас получилась очень нежная композиция. И мы добавим несколько акцентов. Наш стол украсит, я подготовила, зеленые яблоки. И чтобы наш стол интереснее стал и краше, я также подготовила для вас декор из салфеток. Вот такое у нас украшение будет на стол. Эти кольца можно сделать самостоятельно. То есть это деревянная заготовка и протонирована перламутровой краской. Берем их, скручиваем. Это для того, чтобы у нас декоративные кольца делись на салфетки. Можете тоже со мной попробовать.
кто-то очень настойчиво звонит. Да. Обычно соседи за солью вот так вот настойчиво делают. Нет, у нас не соседи. Добрый день, у нас доставка. Друзья, здрасте, здрасте. Мы вас ждем. Кстати, слушайте, мне всегда интересно, мы у вас какие по счету за сегодня? 31 и не последняя. Тогда давайте скорее, чтобы вас отпустили, вас, наверное, ждут. Да, вот ваш товарный чек. Это проверяйте, вам. Проверяйте, пожалуйста. Спасибо. Бухгалтерия, это не по мне. Я хорош в приемке товаров. У меня бы, знаете, какой завхоз получился. Класс. Все супер. Хорошо? Спасибо огромное. Всего. Счастливо. Всего доброго. До свидания. Привет 32-м. Марта, еще одна наша традиция, когда все продукты куплены, мы делаем селфи на удачу, на большую удачу. Ой, с удовольствием. Давайте. Улыбайтесь. Так, это неудачная моя сторона, давайте отсюда. Угу. А нет, та сторона была удачной, смотрите. Раньше шумовка или толкушка? Ответ на этот вопрос можно узнать в новой кулинарной программе «Большая удача» на телеканале РТР Беларусь. Победительница игры «Удачи в придачу» Марта Моторина ждет сегодня в гости звезду. О том, кем будет этот человек, Марта узнает только когда откроет двери своей квартиры. Пока мы должны приготовить ужин. Продукты для него мы уже купили. Остается самое приятное – кулинарный процесс. Марта, у меня для вас две новости. Одна хорошая. Вторую хорошую можно назвать с большой натяжкой. С какой-то части? Можете с любой. С любой. С плохой тогда начну. Но она не совсем плохая, но сложная. Потому что вам сегодня придется очень много готовить. Мы будем делать целых 3 блюда. Но есть и хорошая новость. Вам будут помогать. Это буду не я. Это будет настоящий шеф-повар, профессионал своего дела. Собственно, вот она, Елена. Кстати, специалист по старинным рецептам. Елена Марта. И как когда-то сказал Валерий Меладзе в группе «Виагра». Девочки, давайте что-нибудь приготовим. Приготовим. Конечно, таких званых гостей мы встречаем впервые. И хочется, чтобы все прошло, и гости себя чувствовали комфортно и уютно. И благодаря профессиональному повару, я думаю, что у нас все получится. Кулинары из нас класс, голосуйте же за нас. Ну что, Марта, мы с вами, наверное, начнем с приготовления самого сложного блюда в нашем сегодняшнем ужине. Это будет мочанка с грибами и с драниками. Для приготовления драников и мочанки с грибами нам понадобятся картофель, яйца, лук репчатый, колбаски свиные, свиные ребра, грибы, шампиньоны, мука, сметана, сливки, соль и специи. Мы сначала нарежем ребрышки. Какое мясо можно использовать для приготовления мочанки? Для мочанки, в основном, так как это белорусское блюдо, и чаще всего она готовится из свинины все-таки. Но у нас уже много разнообразия. Можно готовить из курицы, с индейкой. Можно даже попробовать разные вариации из баранины. Можно просто грибную мочанку для тех, кто не кушает мясо. Теперь будем выкладывать на разогретую сковородочку. То есть сначала мы жарим, сначала а потом мы обжариваем. Обжариваем, а затем Между прочим, просто при жарке у нас появляются даже вкусовые такие качества хорошие. Даже вкус дает обжаренного блюда. Ну все, мы теперь ждем, когда у нас обжаривается. За это время мы что? Мы можем порезать лук, грибочки, и потом мы займемся уже картошкой. А какие специи, скажите? Мы используем только соль и перец или можно еще что-то добавить? Специи. Но если мы будем понимать то, что как мы белорусская кухня, то мы можем использовать абсолютно все специи. Все, что у нас растет, все травы. Мы можем использовать и тмин, и кориандр, и укроп. Все семена, все что угодно. Мы уже обжарили с двух сторон нашу ребрышки, да, теперь мы выложим колбаску, пожарим, да, вместе, рядышком, потому что ребрышки пускай еще немножко до золотистого цвета обжариваются. А по времени сколько мы будем колбаски? По времени колбаски, так как у нас блюдо это будет все равно тушиться, поэтому мы колбаску тоже обжарим с двух сторон, красивый такой цвет золотистый. Я, например, очень люблю, когда она такая румяная, мне кажется, вкус блюда вообще от этой корочки. Пока наша мочанка готовится, мы можем начать делать приготовление наших драников.
Вот я добавляю, например, в драники, чтобы приготовить лук, яйца, муку. Как правильно вы считаете? А правильного нету. Идеальный вариант приготовления драников. Я думаю, что, наверное, нету правильного и идеального приготовления драников. Наверное, у каждого есть шеф-повара свой секрет какой-то, чтобы они были вкусными. Но угодить на каждого человека тоже невозможно. Поэтому я, например, смотрю только по качеству продуктов. Если картошка, например, она крахмальная, то туда можно муку не добавлять. Яйца я обычно кладу всегда. А если картошка жидкая, то, наверное, нужно добавить немножко муки. Муки много добавлять нельзя, чтобы они не были похожи на блины. Ну что, я смотрю, что наше мясо уже можно будет выкладывать. Вы пока натираете картошку, а я переложу, наверное, наше мясо в кастрюльку. А пока мы берем картошку по очереди, да, и немножко добавляем туда лук, чтобы наш картофель не темнел. Думаю, что на нашу массу вот этот весь лук, это очень даже хорошо, что мы добавим. И вообще лук придает какой-то такой вкус, они более такие вкусные, воздушные. Так, Марта, ну теперь мы, наверное, переложим наши колбаски сюда же. Я сюда, да, добавляю. Да, они у нас будут тушиться. Они будут тушиться. На этой сковородочке мы сейчас одновременно добавим немножко масла и обжарим наш лучок. А после этого мы обжарим здесь же еще и грибочек. У нас очень жидкая оказалась картошка еще, да? Мы ее, наверное, все-таки отцедим на дуршлаг. Все, а теперь мы в нашу массу добавим яйца, муку, посолим. Ой, у нас очень красивый получается цвет. Главное, чтобы еще было вкусно. Мы уже посмотрели, ребрышки у нас великолепно уже готовы. Даже так колбаска пахнет. И пахнет великолепно. Сейчас мы туда добавим просто наш жареный лучок. Добавим наши жареные грибочки. Все это дело мы сейчас заправим сливками и добавим пару ложечек сметаны. Так как у нас уже все готово, мы это доводим фактически до кипения. На закуску я решила приготовить салат под названием «Карибский восторг». Для приготовления салата с креветками и авокадо понадобятся салат «Айсберг», королевские креветки, авокадо, сладкий перец, перепелиные яйца, сок лимона, майонез, соль и перец. Мы, наверное, сейчас отвариваем яйца перепелиные, и отвариваем сразу же наши креветочки, да? А я, наверное, займусь салатиком. Начну его нарезать. Отлично. Да, можно и микс использовать, или обычный листовой. Мне нравится. Но это... Я поняла. Ваш рецепт. Я только пытаюсь вам немножко помочь. Блюда, наверное, скорее всего, может быть, средиземноморской кухни. Ну, оно все сочетается очень тоже хорошо. Морепродукты, свежие овощи, фрукты. Это очень хорошо. Первый слой у нас готов. Мы чуть-чуть добавляем майонез, слегка, буквально по капельке. Удобно, что с таким сносиком открывающимся, так, с дозатором. Отлично, перевернули. Приступаем к следующему слою. Что перец. У нас будет? Я в это время очищу авокадо. Ну, вообще, как я знаю, авокадо, он имеет такой нейтральный вкус. И чтобы придать ему такой пикантный вкус в нашем салате, мы будем использовать лимон, можно и лайм.
И тщательно перемешиваем. Сначала мы выкладываем перец. И красный, и оранжевый. Вот и все. Наш салат готов. Карибский восторг готов. Марте Моториной под руководством шеф-повара Елены Бердник осталось приготовить десерт. Для смузи понадобятся бананы, киви, персики консервированные, мед и мята. Я порежу, я так понимаю, что мельче персик. Да, а я буду... Мы это все киви, будем пюрировать, да? Да, мы будем в блендер. Вообще, я как знаю, смузи его готовят, добавляют можно и йогурт, и кефир. А как вы считаете именно, какой вы знаете, дело в том, что самым правильным? Все готовят так, как могут, понимаете? Все творцы на самом деле. А вот это слово «правильно» не бывает в приготовлении пищи. Очень удачный десерт, потому что он очень легкий будет. Это же фрукты. Тем более там будут входить, насколько я знаю, только персики, только киви, бананы и немножко меда. Поэтому это действительно очень хорошее завершение ужина. Персик я подготовила. Да. Что, мне сейчас теперь можно заняться бананом, да? Мы добавляем в киви мед. Да, мед, чтобы оно не было такое кислое. Угу. И я, насколько понимаю, в банан нам надо выдавить чуть-чуть лимона. Все. А теперь мы готовы уже с вами. Да, можно взбивать. Я, насколько понимаю, мы будем выкладывать сейчас слоями. Слоями, отлично. Да. Все. Вот наш десерт готов. Смузи «Фруктовые волны». Всем приятного аппетита. Елена, огромное спасибо вам за оказанную помощь в приготовлении таких прекрасных блюд. И я вам хочу вручить такой небольшой подарок. Пусть он украсит вашу квартиру. Спасибо вам большое. Спасибо. И сделать на память селфи. Победитель игры «Удача в придачу» Марта Моторина с супругом уже готовы встретить гостя. Пару секунд, и в их квартире раздастся дверной звонок. Кто же окажется на пороге? Найдут ли они общий язык с человеком, которого видят первый раз в жизни? Оценит ли звезда по достоинству старания хозяйки? Или все приготовления окажутся напрасными? Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Проходите. Не хотел улыбаться уже. Не знаю, что бить никто не будет. Здравствуйте, Саша. Очень приятно. Это моя супруга Светлана. Заходите. А это младшая наша дочь Маруся. Проходите, пожалуйста. Было очень приятно. У нас было такое предположение, что, возможно, будет даже Саша Немо. Мы очень обрадовались. Неожиданно, но это приятная неожиданность. Я очень консервативен в окружении своем.
и близко людей редко подпускаю. Вот этих людей я в свою компанию взял. Вот прям вот честно, мы знакомы так вот-вот буквально чуть-чуть. Я думаю, с ними интересно. Мы очень рады, что вы к нам пришли в гости. Мы попробуем вас сегодня удивить. И сейчас вас ждет закуска. Называется она «Карибский восторг». Я надеюсь, что она вам понравится. Не очень люблю морепродукты. Ну, для меня так вот очень всегда двояко. И морепродукты или хорошо можно приготовить, или вообще отвратительно. Угощайтесь, гости дорогие. Пожалуйста. Приятного аппетита. Братцы, оцените, какая порция. Это вам недорогущий ресторан, вот с такими вот маленькими, какими-то вот чуть-чуть, и все, за большие деньги. А это сегодня от щедрой хозяйской души. Мы старались. И нам это ничего не стоит. У меня были опасения, потому что там присутствовал майонез, но судя по Светлане и Саше, им все очень понравилось, и они действительно с удовольствием, и даже Светлана сказала, что она попробует эту закуску сделать у себя дома. Не, ну очень вкусно. Скажите, пожалуйста, мне... Я не могу пока ничего говорить. Я не могу. Немножко поесть, да? Да. Говорите. Мне очень интересно, какой был, может, самый необычный подарок от поклонников? Моя самая искренняя фанатка, это, конечно, не поклонница. Мне двух дочерей подарила, это самое главное. Вот, но если честно, так вот взять, самые искренние подарки – это когда дети делают со своими руками. Зачастую получаем какие-то там письма, открытки после концерта, приносят всякие неожиданные вещи, даже шампунь. Это, я не знаю, с намеком или… Мы как-то с семьей были на ваших концертах, не ожидали, конечно, что вы к нам придете в гости, очень рады. Вот. Я хорошо себя вел на этом концерте, да. На котором вы были. Голос у вас прекрасный. Ну, я знаю, что нас связывает не только, скажем, совместное пребывание на одном концерте. Да, мы, оказывается, и живем рядышком. И даже когда, оказывается, узнали, что я выиграла автомобиль в этом розыгрыше, вы тоже тянули те заветные шарики. И понимаете, все-таки какая-то правильная энергетика связывает людей, да? И неспроста мы сегодня здесь находимся, поэтому в следующий раз, когда Евроопт пригласит вас тянуть хоть какие-нибудь шарики, пожалуйста, вытяните нам что-нибудь. Хорошо. Хорошо. Впереди у нас еще основное блюдо. Я еще это не доел. Да. Я никому это не дам. Вот мы с мужем очень любим готовить плов. А что в вашей семье, может, какое-то любимое блюдо? Очень приятно слышать, что вы вместе любите готовить, потому что у нас мы вместе готовим никогда. Я просто в себе кулинарного, ну вот этого ген вот этот кулинарный, я его еще в себе не нащупал. Может быть, мне в один момент понравится. Я даже не пробовал толком. Ну, который под вдохновение какое-то. Вот. Каждый должен заниматься тем, что у него получается. Я люблю на готовку мотивировать свою жену. Приездом своим, после долгого отсутствия, еще какими-то вещами приятными. Ну, по поводу плова, ребята. Плов я обожаю. И Света его делает просто великолепно. А сейчас, дорогие гости, я пойду за основным блюдом, которое ты хотел, Александр, увидеть. Это драники с мочанкой и грибами. А вряд ли мочанка в квартирных условиях получится такая, как у бабушки в печке. Это все делалось в свое время. Но даже если это будет легкий намек на ту мочанку, которая делалась в деревне, это уже будет круто. Пожалуйста. Драники. И мочанка. И мочанка. Запах. Оно. Если честно, первый раз мы готовили именно грибную мочанку. Ни разу не пробовала ее готовить. Драники мы готовим. Но обычно едим ее с слабосоленой семгой. В мочанку обычно, да, муку добавляют. Но да, именно... она становится густая. Да, она становится густая, но мы... подумали, больше как что... соус, да, даже получается. Мы подумали, что будет слишком уж калорийно. Колбаски великолепные, на самом деле. Да? Саша, скажите, вот мне интересно, именно почему вы выбрали именно эту профессию? Я подумал, вы сейчас классический банальный вопрос, почему Немо? Или это просто чистая случайность? Нет, желание заниматься музыкой было всегда, но получился так, это все стечение обстоятельств, случайностей и так далее, и так далее. Часто люди, знаешь, расстраиваются по какому-то вот
Ну, я сейчас буду говорить студентам, абитуриентам, которые слышат нас. Я в свое время не поступил в Минск в Институт культуры. Тут вариант такой был, или в армию идти, или где-то учиться куда, хоть куда. И я узнал, что в Гродно, в колледже искусств, там есть такое отделение эстрадное. Ну, куда-то, ну, эстрадное же все-таки. И я поехал. Через месяц я уже учился в Гродненском колледже искусств. Через месяц приехал композитор Олег Елисеенков с продюсером Татьяной Космачевой. Отбирали молодых ребят на конкурс «Зорная Ростынь». Тогда был у нас в стране такой конкурс. Я попал на этот конкурс. Через там пару недель стал лауреатом этого конкурса. В финале играл маэстро Михаил Финберг со своим оркестром и пригласил меня к себе работать. То есть я, не поступив в Институт культуры, через 3 месяца уже просто работал в лучшем коллективе нашей страны. Я объелся. Потому как он кушал, его супруга, видно было, что ему очень понравилось. И, наверное, может, не в точности, но, по крайней мере, на 70% мы, наверное, попали в точку. Дорогие гости, мы очень рады, что вам понравилось и основное блюдо. А сейчас вас ждет развлечение. Наверное, не хотелось бы заниматься какими-нибудь физическими упражнениями, акробатикой и так далее. Может быть, какой-нибудь интеллектуальный конкурс? Мы с семьей любим часто петь караоке. Я надеюсь, вы нас поддержите. Да, поддержим. Это будет песня Муслима Магомаева «Королева красоты». Ребятки, я предлагаю, во-первых, сэкономить время, во-вторых, электричество, телевизор и микрофон подключать. Я знаю, Арсений, есть у вас рояльчик в кустах. Мы его сейчас настроим. И нашу «Королеву красоты» под гитарку. Ой, здорово. Два успешных, состоявшихся семьянина, мужчины посвящают двум прекрасным брюнеткам, своим женам, песню под названием «Королева красоты». По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. В потоке солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. А я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой запишь любую королеву красоты. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственная на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавиц видел я немало, и в журналах, и в кино, но ни одна из них не стала лучше милой все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милее всех на свете, королева красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Парарам, пам-пам. Ой, набрал я тут аккордов, но тем не менее. Саша, на самом деле, он профессионал, и мы с легкостью вместе спели эту песню, она звучала очень хорошо. Настолько мы смогли сплотиться, сблизиться, была настолько такая дружелюбная атмосфера, уютная. И мы на самом деле почувствовали, как будто мы очень долго и давно друг друга знаем. А сейчас у нас десерт под названием «Фруктовые волны». Значит, у нас здесь киви, банан и персики. Смузи – это вообще тема моей супруги. Она фанатка вот всех вот этих вот штук, смузи. И поэтому я думаю, что она по достоинству оценит. Угодили по полной программе. И салат. И салат был обалденный. Где подвох, скажите? Скажи, пожалуйста, любишь ли ты готовить смузи? Или вы в качестве десертов что-то другое используете? Например, любите что-то выпекать, какие-то пироги? Ну, мы, конечно, по праздникам любим прям все. Но очень люблю делать
всякие полезные десерты и смузи, и с творогом, и с черникой, когда много-много ягод. Вообще в повседневности, обычно вот все время, всегда дома фрукты, вот постоянно, то есть это самое главное, чтобы всегда был ребенок мог схватить и побежал там, или я тот же ребенок мог схватить и что-то скушать. Самое главное, что, ну, как это все сочетается, как это все подается. Могу сказать, что Марта, конечно, молодец, потому что сочетание супер кислое, сладкое, очень-очень супер. И вообще весь ужин оказался правильным. То есть, ну, никакого перегруза, передоза. Мы очень рады, что вам понравилось. Мы к вам будем все приезжать постоянно. Саша Ним оказался достаточно простым, очень веселым, позитивным человеком. И в его компании было на самом деле комфортно, уютно. Друзья, я рад вас всех видеть. Саша, оторвись на секундочку от десерта. Судя по тому, что Саша вообще никак не реагирует на меня, ему все понравилось. Что скажет наша дорогая супруга? Наконец-то он поел. Саш, ну ты вообще всеяден? Были ли какие-то продукты, с которыми могли не угадать? Вот когда мне задают вопрос по поводу, всеяден ли я иногда говорю, что я не очень люблю морепродукты. Сегодня были креветки, но креветки были с... Я так понимаю, не знала этого. Сочетание. Креветки... Нет, я ем креветки, как морепродукты редко и не так, чтобы сильно. Креветки были, да, были в порядке. Мне очень приятно, что нашим таким званым гостям все понравилось. Угу. Я надеюсь, что они к нам еще раз придут. Ну что, тогда селфи. Давай. Саш, давай. Давай. Слушай, ты всегда вот фотографируешься, когда поклонники просят? Или отдуваешь, что отказываешь? Нет, я не отказываю. Хотя бы одному отказал? Нет. Прям вот ни одного раза в жизни Саша Немо не отказал поклоннику в селфи? Наверное, нет. Безотказное селфи. Так, вот чуть поближе сказали Саша Немо. Поздний гость, кто бы мог быть? Даже не знаю. Давайте посмотрим. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Заходите, заходите. А это вот вам подарок от Евро. Марта, не удивляйтесь, берите подарок. Это подарок от наших партнеров торговой сети Евроопт. Интернет-гипермаркеты Е-доставка и Гипермол входят в холдинг этого крупнейшего белорусского ритейлера. А значит, там что-то хорошее. Можно, кстати, проверить, что. Может, булькает? Может. Шумит. Спасибо огромное. Мы сами. Спасибо. До свидания. До свидания. Гости сыты, хозяева довольны. Очередной выпуск кулинарного шоу «Большая удача» подошел к концу. Напоминаю, что лучшего хозяина выбираете именно вы. Голосуйте за него в социальных сетях. И удачи вам. Нет, не так. Большой удачи.